В Тверской области появится новый туристический маршрут под громким названием «Открывая Пушкина». Он затронет не только Верхневолжье, а поэтому будет иметь статус межрегионального. Отличается от других аналогов и его целевая аудитория. На кого он рассчитан и по каким историческим местам его проложат, выяснила наша съемочная группа. По Тверской области проложено огромное количество туристических маршрутов для самых разных путешественников. Однако, к сожалению, почти нигде в расчет не берутся инвалиды. Исправить эту ситуацию призван проект, который намерены реализовать областной Минтуризма и Национальная ассоциация автомототуризма и караванинга. Очень интересный будет маршрут именно для инклюзивного туризма. Это первый такой проект, где в течение 2 дней 3 экипажа, 9 ведущих экспертов России, с учетом и привлекаемые туда лиц с инвалидностью, колясочников, с нарушением опорно-двигательной системы. Сейчас на средства президентского гранта и отправилась в экспедицию команда автотуристов и инвалидов. Им предстоит протестировать уникальное оборудование, оценить доступность объектов для людей с ограниченными физическими возможностями. Маршрут предстоит немалый. Он, кстати, затронет и Подмосковье, но большая часть проляжет по Тверской земле. Это Тверь, Торжок и Старица. Если мы говорим про такие объекты, которые мы здесь посещаем, ну, это, конечно, наши объекты истории, культуры, которые относятся к временам пребывания Пушкина. Уже сейчас понятно, что есть ряд сложностей. Исторические здания в лучшем случае частично приспособлены для инвалидов. Да и с современными сооружениями тоже не всегда все в этом плане обстоит хорошо. Схемы благоустройства, они зачастую там и предусматривают эти правила под инвалидов, колясочников и слепых, но как они все это реализовывают, это тоже требует контроля со стороны законодательной власти и депутатов на местах. По итогам нынешней экспедиции в конце мая организуют общую встречу с участием всех заинтересованных сторон. Затем планируется приступить к непосредственной работе по созданию маршрута, чтобы уже в следующем году инвалиды смогли беспрепятственно путешествовать, открывая Пушкина.